Ассаламу алейкум, Дагестан, и доброго времени суток всем, кто отслеживает наши программы в сетке вещания РГВК. И доброго времени суток тем, кто смотрит нас в повторе или в интернет-версии. В эфире проект «Аутодафе», и веду его я, ваш покорный слуга Заур Газиев. О том, кто у меня в гостях, вы узнаете через небольшую паузу. Она пройдет быстро. Но прежде я хочу поблагодарить за информационную поддержку музей «Дагестанский аул». Спасибо большое. Итак, дамы и господа, время, когда я должен представить моего сегодняшнего собеседника, Олег Михайлович Виноградов. Добрый вечер, Олег Михайлович. Добрый вечер. Ну, для того, чтобы уважаемым телезрителям было понятно, о ком идет речь, Олег Михайлович – это артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, сценарист, сценограф, ну и так далее. Тут про ваши регалии я скажу еще чуть позже, но... Олег Михайлович, если что, на минуточку, заслуженный артист Дагестанской АССР, и получил он это звание в 1969 году. Но чтобы было понятнее, я 67-го года рождения. Мне было 2 года, когда у человека, который сидит передо мной, было звание заслуженного артиста Дагестанской ССР. Значит, с Дагестаном вы связаны так или иначе очень давно. С чего все началось? Ну, во-первых... Сразу могу сказать о том, что тогда, когда я первый раз приехал сюда, в Дагестан, собирать фольклор для нового балета, куда меня пригласили для постановки в Мариинский театр. Это был мой дебют после работы в Большом театре в Москве. И предложил мне этот проект Мурат Магомедович Кожлаев. И он познакомил меня и с Расулом Гамзатовым, и со всем Дагестаном. И вот это время, когда мы были, оно незабываемо до сих пор. Нам был предоставлен вертолет. И мы вместе с Расулом и с сопровождающими людьми объездили буквально весь Дагестан. Я познакомился с этим чудесным, фантастическим краем, который до сих пор я пропагандирую везде в мире, где я бываю. А в мире нет, пожалуй, ни одного уголка, где бы я не побывал, не преподавал, не гастролировал, не показывал свои балеты. И везде я говорю о том, что Дагестан – одна из самых красивых республик, один из самых красивейших пейзажей в мире. И когда я бывал в Альпийских Альпах, на Пиренеях, в Американских каньонах, я вспоминал дагестанские горы, я вспоминал те фантастические горные озера, эти луга, водопады. И хочу сказать, что, господа, не надо ехать никуда, чтобы вот увидеть вот это чудо. Нужно приезжать в Дагестан. И хочу вам сказать о том, что, конечно, поразителен тот факт, что вот это языковое богатство, потому что 7 государственных языков, 39 наречий, различных диалектов, и то же самое богатство культуры, музыки. Давайте я вас сейчас на этом прерву. Давайте. Все-таки вы сюда приехали для того, чтобы собирать фольклор. Да. Собрали. Что из этого получилось? Значит, после этого я написал сценарий балета «Горянка», на который музыку на этот сценарий написал замечательный композитор, один из лучших композиторов, которых я в своей жизни встречал и слушал, и музыкой, которой я вдохновлен до сих пор. И трудно себе представить лучшую музыку для балета. Здесь есть все. Богатство ритмов, мелодии, которые запоминаются и хочется все время петь. В общем, мы создали неплохой балетик. Вы не назвали имя автора? Мурат Кожлаев. Понял. Да. Дальше. Конечно, это мы все время были вместе с Расулом. И его, вся наша работа шла под его как бы благословением. Мы советовались с ним, показывали, рассказывали. Он был на премьере. Премьера прошла совершенно фантастически в Петербурге. И мы сразу получили государственную премию. И в этом же году мы привезли Мариинский театр, впервые привезли в Дагестан. И я не забуду никогда реакцию людей, которые впервые в жизни видели балет, и как они воспринимали этот спектакль. Для них это была реальная жизнь.
И многие пытались выскочить на сцену и помочь развитию сюжета по-другому, чем было у нас придумано. В общем, впечатлений масса. Потом, вот на долгие годы, связь наша прервалась, независимо от того, что я в 84-м показал вторую редакцию этого балета в Мариинском театре. Я пока еще работал там и руководил балетом, и эта вторая версия была лучше первой, а третья, которую мы готовим сейчас, будет лучше всех версий. Вы готовите ее здесь, в Махачкале? Мы готовим ее сейчас. Для чего я здесь присутствую? Вот уже 3 недели я работаю с артистами театра оперы и балета. Вот. И хоть их и немного, но в любом случае, какого бы уровня они ни были, для нас взаимный праздник и для них, и для меня. Мы стараемся постичь вот эти высочайшие, сложнейшие законы классической хореографии, основанной на дагестанском фольклоре, и создать спектакль. Понимаете, почему я согласился это делать? Потому что, путешествуя по миру сегодня, а я уже 30 лет живу в Америке, работаю во всех странах мира, ставлю спектакли, провожу мастер-классы на всех континентах, и реже всего я бываю в России. И для меня сегодня абсолютная аксиома, что тема ислама сегодня в мире, она номер один. И вот почему сегодня мы хотим сделать спектакль и показать то, что ислам – это высочайшая эстетика, наследие которое трудно переоценить, достижение ислама в архитектуре, в музыке, в скульптуре, везде, они колоссальны. Олег Михайлович, балет и ислам – вещи совсем несовместимые. Вот совсем. Вот эстетика женского тела, эстетика движений, да, и по исламу ничего это не приветствуется. Поэтому давайте оставим вот эти параллели чуть в стороне и давайте вернемся... Не могу. И не оставлю. Давайте, почему? Может, мы вернемся к балету, потому что... Вот я как раз в балету и возвращаюсь. Дело в том, что вот такое впечатление о балете, оно абсолютно неверное. И вот тогда, когда после того, когда я показал этот балет здесь, в Дагестане, я видел реакцию людей, как они, затаив дыхание, смотрели на сцену и что там происходит, потому что... Вы понимаете, балет – это самое красивое искусство в мире. Оно самое сложное, оно самое целомудренное. И самое, этот мир женщины, символ женщины – это главное в балете. А что такое женщина? Это мать, это дочь, это сестра. Женщина – это все. Мы – благодарны женщине за то, что мы существуем. И во имя женщины я работаю в балете. Это меня вдохновляло. Все мои 60 лет, которые я в балете провел. Я преклоняюсь перед женщиной. Все это замечательно. Но давайте вернемся к тому, чем вы здесь занимаетесь. Женщинами. Замечательно. Вы ставите балет. Сколько нужно танцовщиков для балета? Вы знаете, значит, мне повезло в жизни, что я работал в самых крупных театрах мира, на всех континентах, вот Северной Америки, Южной Америки, до Японии, Кореи. 25 лет я создавал и руководил корейским балетом. Но я работал в больших компаниях. И вот балет, поставленный нами, Горянко, впервые в Мариинском театре, танцевала труппа в 200 человек. А у нас здесь всего 20. Ясно, что это будет другой спектакль. Ясно, что мы пытаемся и уже получили согласие привлечь сюда артистов, танцующих артистов из других коллективов. Вот. И я думаю, что ведь важно создать какой-то уникальный спектакль, что мы и пытаемся сделать, для всего Дагестана, для всего города, для Махачкалы, не разделяя нас на разные кланы, группы, театры. И тут дело не в конкуренции. Важно сделать очень красивый спектакль, что мы и сделаем.
Балетный спектакль – это дорого? Вы знаете, что при создании, при возникновении балет – это самое дорогое искусство. Потому что это было всегда, ведь эта эстетика – привилегия королей, императоров и коммунистов. Как ни странно, вот в советское время не было никаких проблем с балетом, с финансированием, с дорогими декорациями, дорогими костюмами, дорогими постановками. И это кончилось, к сожалению, тогда, когда Советского Союза не стало. Надо вам сказать о том, что самые дорогие и большие гонорары, которые платили императоры, приглашая зарубежных балерин, танцоров, хореографов, художников, костюмеров, декораторов, да, все это был в основном балет и музыкальное искусство, и опера. Вот. И сегодня это то же самое. Чтобы воспитать одного артиста, нужно минимум 6 лет за него платить, воспитывать, выращивать. Это редчайшая профессия, высочайшего уровня педагоги, профессионалы, хореографы, постановщики, опять же, декорации, костюмы, ткани, свет и так далее, и так далее. Это очень дорого. Вопрос по «Горянке». «Горянка» тоже дорогой балет? Там да. Тоже декорации? Те декорации, которые были сделаны много лет назад, они сохранились? Нет. Или вам сейчас приходится делать нет, все потом, заново? Это во-первых. Во-вторых, каждый постановщик, да, и даже вот каждая версия, которую я ставлю, я не переношу механически. Время диктует изменения, все меняется. Там, когда я вот сейчас приехал 3 года назад, после 30 лет отсутствия в Махачкалу, я город не узнал. Это западный город, совершенно. Он абсолютно вот такой же, как современный Стамбул или современный Сеул, или вот такого типа города. Все меняется. Да, меняется мода, меняются, не говоря, автомобили, здания и так далее. Причем, что здесь поразительно, особое внимание, которое я обращаю, очень элегантно одетые люди, очень элегантно одетые женщины, соблюдая, традиции, но все это, на высочайшем международном уровне. Вот это приятно. Рестораны, кафе. Причем приятно то, что видишь, что это не просто, как у нас, допустим, в России, пришли на какой-то праздник, да, и вот вы первый раз там в жизни попали в ресторан. Нет, я увидел это естественное, то, что люди ходят сюда с семьями, с детьми. И то, что ресторан – это не черти что вообще, что такое-то западная привычка и так далее. Это место приятного и вкусного отдыха. Вот это все замечательно. Теперь я подойду к серии своих самых любимых вопросов. Готов. Театр – это всегда интриги. Безусловно. И это всегда любимицы или любимцы режиссеров. Безусловно. Вот. Это всегда интриги, подставы и так далее. Да. Вот вам за ваши 82 года вот это все не надоело? Вы знаете, или что? Это часть игры, которую вот как неизбежное зло, ее надо терпеть? Да. Вот, скорее всего, что так. Хочу вам сказать то, что я не хотел говорить. Да. Это же самое интересное. Это да, в какой-то степени. Тем не менее, уж ладно, скажу, потому что, к сожалению, это все сохраняется. Да, и без этого вообще театр возможен? Человеческие пороки, они не только в театре, они везде. В театре они более острые. Но хочу вам сказать, что на меня было 3 покушения. Меня 3 раза должны были убить. Для меня нанимали специального снайпера, который, готов был, через окна моего кабинета со мной покончить. Вот. И тогда, когда я уехал из России, только потому, что я хотел жить, я уехал в Америку. Вот. Но чтобы не возвращаться, уехал. Но душа меня все-таки вернула. 10 лет, потом сын вырос, его надо было учить. Образование где самое лучшее? В России. До сих пор лучше. Образование в какой части? В нормальной школе. В нормальной школе. Мой сын к балету не имеет никакого отношения. Он компьютер, он программист. И он, в общем, это его жизнь. Для него это все.
И он заканчивает школу сейчас в Америке. И вот уже 3 года подряд получает самые высшие награды по программированию. Сколько лет вам было, когда вы пришли в театр, вообще в балет? Вы знаете, что очень интересно, хороший вопрос, люблю это. Я до балета занимался всеми видами деятельности активной, кроме школьной. Вот. Я вышел на сцену Мариинского театра в детском хоре Мариинского театра, куда был принят по конкурсу, пел. У меня был хороший голос. Потом я стал солистом детского хора Ленинградского радио. И даже сегодня иногда старые записи крутят, исполняет соло Алик Виноградов. Это я. Я слышу сам себя в те годы. Я дольше всего увлекался парусным спортом. С детства я в яхт-клубе. И до сих пор это мое хобби главное. И строил модели кораблей. Вот. Я занимался... Это все в Ленинграде, да? Все в Ленинграде, во Дворце пионеров. Тогда было вот это святое место, когда мы, люди из коммунальных квартир, в которых жило по 30, по 40 человек в одной квартире с одним туалетом, да, нам находиться дома было невозможно, и мы бежали куда? В Дворец пионеров. Там исторические интерьеры, роскошь, красота, музыка и все виды кружков, и все бесплатно. Это сегодня везде нужно платить, понимаете? Вот это конечно, ненормально все. Ну вот, и вся моя вот эта активная, разнообразная деятельность закончилась тогда, когда я впервые, проходя мимо балетного класса, двери были открыты, увидел девочек и мальчиков, которые занимались чем-то совершенно для меня непонятным. Я не мог оторваться от этого. Я стал уже в первый раз, мама, которая, моя семья не имела к балету никакого отношения, все работали на заводе, и мы из обычной, нормальной, скромной, мягко выражаясь, российской советской семьи. Да, мне стали доставать билеты на балет. Раньше билеты на балеты распространялись по фабрикам, заводам, а так... пойти в Мариинский театр купить балет было невозможно. Очередь стояла такая же, как стояла в то время очередь за мукой. Она была в 3 раза в году, муку давали. И очереди километровые, на ладошке писали. И также стояли за билетами на балет. И билеты распродавали только за 3 часа, их не оставалось. Поэтому попасть на балет было невозможно. Но мама доставала эти билеты через завком, там через что-то. И я впервые стал посещать балет и спектакль. Тогда, когда я это увидел, я понял то, что все, я заболел. И вот эта болезнь, 60 лет для меня, я не хочу вылечиться. Я так и болею этим. И рад, и счастлив. Мариинский театр, вы когда приезжаете в Питер, заходите туда? Или что в прошлом, то в прошлом? Вы знаете, что по-прежнему этот театр, в котором родилось все балетное искусство, да, и повлияло на весь мир абсолютно. Вот. Долгое время он лидировал везде, так сказать, во всем, особенно в классической школе, потому что лучшая балетная школа Академии Вагановой, которую я закончил, она тоже находится в Петербурге. И, естественно, особенно после того, когда я 23 года был руководителем, сделал свои замечательные спектакли, которые, ну, когда я уехал в Америку, вынужденно уехал, я, независимо от того, что в это же время уже по приглашению американского президента я работал и в школе, выстроенной специально для меня в Вашингтоне, которая сегодня является одной из лучших школ. Вот, независимо от этого, я жил в 2 странах, естественно, еще и работал во всех странах мира, перенося свои спектакли, тоже от Европы до Японии, в которой я тоже принимал участие по созданию японской балетной труппы. Руководил корейским балетом и создал фактически корейский балет. Заходил, конечно, я в театр родной. Это место занял господин Гергиев, который является
генеральным директором. Все мои балеты были сняты с репертуара. Обо мне, так сказать, все воспоминания обо мне были просто зачеркнуты. Кстати, вы знаете, сколько стоит билет? Знаю. Сколько? В Мариинском театре? Да. Ну, где-то они доходят до 5-9 тысяч рублей. Ну, вот здесь «Лебединое озеро» с 4 октября 7500. Ну, вот, да. «Борис Годунов» с 29 октября 2300. Ну, это, да, видимо, на «Травиата», это совсем, это 30 октября 2300. До 10 тысяч доходят билеты. Вы, как вы думаете, это справедливая цена? Ну, конечно, нет. Конечно, оно нет. Оно должно стоить дороже или дешевле? Дешевле. Понятно. Дешевле для публики. Дешевле, потому что это должно быть доступнее, или именно потому поэтому, что там себестоимость этого не... Нет, себестоимость не покрывает расходов. Нет. Балет – это убыточное искусство, никогда дохода не приносящее. Хорошо. Вот как вы думаете, вот балет «Горянка» в Дагестанском театре оперы и балета, оно вообще не доведет до банкротства этот бедный театр? Танцовщиков там недостаточно, да, сам театр небогатый. Да. Вот стоит... Балеты дорогие. Да-да-да. Стоит вообще заходить в этот проект, понимая, что вы можете не вытянуть, или там уже бюджет есть под это дело? А кто думает о воспитании нации, о воспитании поколений? Для чего создано государство? Оно не должно думать об этом. Они прежде всего должны думать об этом. Да? И эти театры, особенно балетные, музыкальные театры, без дотации не могут быть. Понимаете? А вот все то, что случилось, и когда дали, создана же сейчас масса индивидуальных своих частных театров, труп и так далее. Это такое безобразие, это такая девальвация. Они же изуродовали все представление о том русском балете, который был. А что в этом? Они что, кривоногие? Они не умеют танцевать? Или там есть какие-то свои критерии? А как вы думаете? Нет, я не балетный человек, да, я не знаю. Нет, это чисто по логике, по логике. Вот представьте себе, значит, в Петербурге Мариинский театр номер один, Михайловский театр следующий. Вот были два ведущих театра. Сейчас всяких балетных трупп, групп, группочек, мини-трупп и так далее, чуть ли не больше 20. Обычно все лучшее идет в Мариинский театр, потом в Михайловский, потом труппа Бориса Эйфмана, которая очень хорошая. И сейчас вот в этом году состоялось просто историческое явление и событие, да, когда Борису Эйфману построили свою собственную балетную школу и строят два театра. И это справедливо, потому что это талантливый хореограф, доказавший свое право на это. И это очень важно, чтобы открывались новые театры. Но это все делает государство. Это первое, извините, пожалуйста. Дальше, где-то попадают в эти театры, могут посетить эти спектакли, процентов, наверное, ну, я так думаю, 15, максимум 20 состоятельной публики, которая может купить такой дорогой билет. А может, другим и не надо? Надо. Вы знаете, насколько надо? Я занимаюсь более... Если надо, пусть накопят деньги и идут в так театр. Так и делают, да, безусловно, так и делают. Но я более 30 лет веду созданный мною бесплатный балетный лекторий, все о балете, где рассказываю публике все, что их интересует в балете, показываю и рассказываю, читаю лекции, мастер-классы, показываю все, что можно показать. При консерватории, где я долгое время был деканом режиссерского факультета, мы реанимировали балетную труппу и создали театр, то есть этот театр и был, но сделали такие спектакли, которые открыла публика для себя как посещаемые спектакли. Самые дешевые билеты мы сделали. Да. И поэтому у нас была всегда публика, которая не может попасть никуда. И вот об этой публике нужно думать. И еще вопрос по поводу скандалов, интриг в театральных, да, труппах. Да.
вы этому противостояли или вы прекрасно понимаете, что с этим ничего не поделаешь? Ничего не поделаешь. Нет. Можно в какой-то мере более или менее как-то это избегать, проходить между Сциллой и Харибдой, как-то не допускать до этого, но все равно это природа театра. Ясно. Вопрос и не только театра, вообще коллективной жизни, где каждый стремится быть лучше, и это нормально, но не до крайностей. Ясно. Вам приходилось когда-нибудь работать с примами, которые не хотели работать друг с другом? Не хотели работать с чем? Друг с другом. Да, вот конечно. И, ну, как вы, и как вы их примеряли? Это что, психологов вызывали? Я психолог. Понятно. Да, и я должен, я заинтересован в том, что тех, кого я выбрал, этих трех балерин, вот сейчас у нас три балерины, да. Ну, так сказать, до балерин они еще не доросли, это пока еще это способные танцовщицы. Да. Балерины – это особый ранг. И в Парижской опере, откуда все это пошло, это звание отдельно присуждается раз в год по определенной программе, по конкурсу. Только тогда тебе присваивается титул звезды, этуаль, балерина. У нас балеринами называются все, это неправильно. Волочкова балерина. Вы знаете что, это особый разговор по поводу Волочковой. Мне не очень приятно об этом говорить, но тем не менее, это в какой-то степени мое создание. Она была очень способной девочкой. Я ее заметил в школе еще задолго до выпуска. Она выделялась из всех и была очень талантливой. Я, несмотря на протесты внутри театра и школы, в 17 лет, еще за год до выпуска, поручил ей ответственнейшую партию в «Лебедином озере», которую она станцевала с Андресом Лиепой и станцевала замечательно. И ясно, что мне было понятно, что это готово. Я звезда, да. Выращу балерину, которой нужны. Балет должен обновляться регулярно, да, и передавать, вот, так сказать, эти достижения друг другу. И она очень рано стала именно балериной, именно много танцевала. Да, причем она всегда была здорова, она никогда, если кто-то заболевал или не, по каким-то причинам отсутствовал, она всегда готова была выйти на сцену. И выходила, и танцевала очень достойно. Я, более того, она какое-то время проходила стажировку у меня в Америке, танцевала там с труппой американской и гастролировала по Америке. Вот. Но вот потом, когда, так сказать, она не была у меня в руках, и я уехал и так далее, она изменилась кардинально. И то, что потом я уже в Америке слышал, что с ней происходит и так далее, ну, человек пошел другой дорогой, понимаете? Мне ее жалко, понимаете? И то, когда я смотрю на нее, как она живет, как она тебя ведет, каких передач... Нет, потом она стала товаром. Для кого? Для вас, телевизионщиков. Вы же без таких не можете. Вам как же хорошо, нужно... что вы нашли виноватых. Да что? Нет, конечно. Это факт. Вы же без этого погибнете. В основном вас смотрят, кто? Вот этого вот вам давай, вот таких Волочковых, всяких вот этих самых бывших жен Джигарханяна и так далее. Ведь что же вы показываете? Это просто нет, кошмар. Во-первых, это не ко мне. Нет, не к вам, я, конечно. Да, я такое не показываю. Нет, конечно. А что касается Анастасии Волочковой, честно говоря, ее столько осуждают, что столько, ну, просто все так ее ненавидят, и все рады каждому ее, я не знаю, проступку, или каждый раз, когда она споткнется, все так радуются, что мне уже становится просто жалко. Правильно. А кто она, виноват-то? Да, ну, а извините, кто виноват? Иногда человек может оказаться в обстоятельствах и сам попадает она в эти ловушки. Она не глупая девочка. Она не глупая. Очень она попала... даже не глупая. Вы знаете, мне ее жалко. Вот она попала. Куда она попала? Вот она попала туда, в обстоятельства. Кто ею торгует? Ну... Вы знаете, я могу сказать, что по этому поводу, да, я не поклонник ее таланта, вообще ничего не понимаю, что он там творит. Я знаю одно, она никого не убила, она ни у кого ничего не украла. Правильно. Она никого не заставила делать то. Она добивалась все трудом. Да, она никого не заставляла делать то, что кто-то не хочет. Мужчины, с которыми она жила,
она их старалась сделать счастливыми. Правильно. Смогла, не смогла, это уже другой вопрос. Правильно, да. Я согласен с вами. Вот. Поэтому здесь жалко. мы можем потешаться, мы можем глумиться, мы можем стебаться над ней. Но я не вижу в ней ничего того, чего бы не делали другие люди. Просто она это делает на виду. Да. И все. Да. Вот. И уже не может вырваться из этого мира. Да, она в ловушке уже. Да. Она на самом деле, она сама себя загнала вот в эти обстоятельства. Ну, 100%. С другой стороны, да, она не выглядит несчастной. Она не выглядит несчастной. У нее есть дочь, она выйдет замуж ровно столько раз, сколько она захочет выйти. Да, у нее проблем с этим не будет. Это всегда будут богатые, успешные мужики. Дело не в этом. Которые повесят на себя ее расходы. Мы с вами можем это оправдывать. Но есть принятые нормы. Кем принятые? Господом Богом. Ну, извините, боги у всех разные. Нет, у нее она верующая. Она верующая и даже очень верующая. Но тогда там когнитивный диссонанс. Потому что если либо штаны, либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Правильно. Да, там либо туда, либо туда. Правильно. И вот это больше всего жалко. Но опять же, кто ей судья? Пусть ее папа, ее дети, ее, если у нее есть брат, пусть ее брат судит. Мы ей не судьи. У нее мама, которая ее... У нее мама, у нее папа, они все... В общем, ладно, бог с ней. Бог с ней, с Волочковой. Да. Итак, дамы и господа, вы посмотрели первую часть диалога с нашим гостем Олегом Виноградовым. Продолжение на следующей неделе. Самых терпеливых сейчас ждет притча. Всего доброго. Однажды к учителю Руми пришла женщина, жившая по соседству. Она привела к мудрецу своего маленького сына. «Я не знаю, что мне делать. Я испробовала уже все способы, но ребенок меня не слушается. Он ест слишком много сахара. Пожалуйста, скажите вы ему, что это нехорошо. Он вас наверняка послушается, потому что он уважает вас». Руми посмотрел на ребенка, на доверие в его глазах и сказал: «Приходите через 3 недели». Женщина была в полном недоумении. «Это же такая простая вещь. Почему этот просветленный человек просто не скажет моему сыну, что не нужно есть только сахар? Непонятно». Люди приходили к Руми из дальних стран, и он помогал решать куда более серьезные проблемы сразу. Ну что делать? Она послушно ушла и вернулась только через 3 недели. Руми вновь посмотрел на ребенка и сказал: «Приходите-ка еще через 3 недели». Тут женщина не выдержала и осмелилась спросить, а в чем, собственно, дело. Но Руми лишь повторил сказанное. Когда они пришли в 3-й раз, Руми сказал мальчику: «Сынок, послушай мой совет. Не ешь много сахара, это вредно для твоего здоровья». «Раз вы мне советуете, – ответил мальчик, – я больше не буду этого делать». После этого мать попросила ребенка подождать ее на улице. Когда он вышел, она спросила у Руми, почему он не сделал этого в 1-й же раз, ведь это так просто. И Руми признался ей, что сам всегда любил есть сахар, и прежде чем давать такой совет, ему самому пришлось избавляться от этой слабости. Сначала он решил, что 3 недель будет достаточно, но ошибся. Святой человек, прославившийся своей мудростью и духовной силой, 6 недель отучал себя есть сладкое, чтобы просто иметь право сказать мальчику: «Сынок, не ешь много сахара, это вредно для здоровья». Советы нужно давать только тогда, когда вы понимаете, о чем идет речь.